Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня произошли серьезные события в мире. Я думаю, мы не сталкивались еще с таким. И каждый из вас переживает, нервничает, наблюдает за тем, что происходит. Наша задача сейчас максимально сохранять, насколько это возможно, уверенность в работе, обеспечить сервис для клиентов. Этажи работают, как работали, все нормально, во всех местах. Безусловно, я понимаю, что в сердце каждого сейчас разные чувства, но надо доверять, все будет хорошо.